Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Король Воришек. Ежедневная награда, один день, забираем, конечно же. Окей. Так, что дальше? Супер, теперь ты можешь менять одежду. Давай подберем подходящий костюм. Для меня, что ли? Ладушки, давай посмотрим. Этот аппарат костюмов — стильный вор. Он выдает случайный костюм в обмен на магические предметы. Ну, давай посмотрим. Чем больше предметов в него помещено, тем выше вероятность получить редкий костюм. Давай попробуем. Положи в аппарат листья. Так, подожди, а как? В какой аппарат положить листья? Ё-моё, бесплатно. А, может быть... Может быть, сюда? Куда надо-то? А, вот так вот. Коснись рычага, чтобы запустить. Блин, тут надо вот так вот, ребята, кликать. И что же я получаю? Он копит на новую фабрику. Мороженщик. Прекрасно выглядит. А этот костюм отлично подходит к трону. Пора опробовать обновки и напасть на кого-нибудь. Помни, собирай магические предметы, чтобы создавать и улучшать троны, а также получать новые костюмы. Здорово видеть, что ты обживаешься в своем новом доме. Следующая миссия будет труднее. Выполняй новые миссии и получай более серьезные награды. Так, одержи победу, деревянная лига. Собрать, я же одержал. Все. Так, что мы с тобой можем здесь сделать? Давай посмотрим. Вместимость золотой шахты мы можем улучшить, верно? Можем. Окей, пускай пока идет улучшение. Дальше, дальше нам... О, там бедная ломится аж. Ритуал завершен, ваша награда. Я понял, забираем. Так, подожди, а у нас сколько еще попыток? Так, собрать. У нас еще две попытки есть, поэтому давай мы, наверное, с тобой сделаем так. Слушай, нет, подожди, лучше нам, наверное, вот эти вот кристаллы объединить. Пуск. Сверхзвуковой ритуал, не надо. Закрыв это приложение, вы не сможете его снова открыть. Да, хочу отказаться. Зачем мне свой сверхзвуковой ритуал, когда есть обычный ритуал? Так, что у нас там по замкам? Звездочка. Ага. Киса, ныряльщик, это что такое? Косточка. Получи эту наклейку. Понятно, это наклейки у нас. Так, что мы можем... Я могу куда-нибудь поставить журнал защиты. Ага. Так, новости. Пушка. Улучшить до уровня 2. Окей. Она пошла улучшаться. Так, а тебя можно улучшить, да? Можно. А, строители заняты все. Слушай, а где... А где, например, мне сделать еще? Вот как вот разместить еще одну? А, редактирование, скорее всего, да? Скины, так, сменить ловушки. Почему сменить ловушки? Почему я не могу еще одну поставить, а? Жаль, что не могу еще одну поставить. Так, ладно, друзья мои, 3 минутки будет тут у нас пока готовиться все эти дела. А мы с тобой давай-ка сделаем какую-нибудь очередную атаку. Найти противника, конечно же. Так, подземелье. Кто там, Коди? Нажми, чтобы сделать взлом. С первой попытки взломал. О, какой у меня костюмчик, ребят. А? Ой, я не то сделал, ребят. Надо было не так немножко делать. Надо, наверное, так вот. О, видишь? Ой-тю-тю-тю, зачем? Зачем же я так сотворил-то это все? Блин, чертовски плохо все. Так, ты будешь у меня вот сюда идти? Да ядрен ты батон. Зачем ты так делаешь, Рэй? Ну... Да спуститься надо было. Вот на стеночку-то ты что, не можешь, что ли, приземлиться? Нет, не может он приземлиться на стеночку. Так, сейчас попробуем по-другому сделать. Вот, вот так вот мне нужно было. Вот и все. Ничего сложного нету. Вот начинает выкаблучиваться там, а? А почему только 2 звездочки? Все отлично же было. Чего вы меня обманываете, а? Да, я забираю этот кристалл. Отлично. Можно дальше? Так, что? Что вы...
Показывайте мне. Мне это не интересно. Найти противника. Кто там? Рчпедра? Рчпедра. Надо же, блин, на последнем замке только открыл. Ну и что у тебя здесь, Рчпедра? Ой, что-то я немножко даже не понял. А, вон они где, охламоны эти. Зачем так делать? Да ё-моё, ну... А, тут же можно вон, наверх просто прыгнуть, да и все. Опа. Тихо, 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 аккуратненько. И видишь, ничего сложного нету. Чпок, 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 и в дамках. Видишь, и три звездочки, все как полагается. Все как и должно быть, ребят. Все по справедливости, главное. Окей. Так, ну что, находим следующего противника. Бакон. Давай с первой попытки. Ага, со второй, с третьей, с четвертой. Значит так, здесь шипы, да? Точнее, как бы ее назвать, циркулярочка. Так, так, пока у нас все с тобой получается. Довольно легко и просто. Но подписчики мне сказали: Рэй, это пока все легко и просто. Дальше будет гиперсложность. Я почему-то им верю. Да, верю, ребят. Что у нас там? Еще 38 секунд, еще не закончил, да? Строительство. А, мы пойдем с собой тогда искать противника. И почему-то мне сказали не гнаться за уровнем. А что же я тогда должен делать, если не гнаться за уровнем? Согласись. Ну? Опа. И в дамки. Слушай, по-моему, слишком много одинаковых, да? Тебе не показалось? Безупречно я прошел. Как, в принципе, и должен был. Так, фиолетовые кристаллы. Слушай, я забыл, а в чем суть вот этих кристаллов? А? Ритуал завершен, забираем. Что там делать-то? Нет. Так, и вот так сделаем. Пуск. Так, ловушка-пушка улучшена до уровня 2. Вот это уже приятно. Что мы можем сделать? Подземелье Рея. Умение вместимость золотой шахты улучшено до 2 уровня. Ага. Сколько? 10 тысяч, да? 10 тысяч. Я позволю себе такую роскошь. И попробуем с вами вот это вот гаврюшу прокачать тоже, улучшить. 4 минуты всего лишь. Все. Пока замечательно. Как-то выйти-то ее. Выпустите меня отсюда. Ну, а мы с тобой пойдем дальше искать следующего противника. Подземелье Баум. Да тут одинаково все. Че у меня? Так, у нас ключей мало с тобой. Ну, давай. Так. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Вообще проще пареной репы. Идеально, безупречно. Безупречно прям написали. Да, вот такой я. О, друзья мои, новый уровень. Кстати, сказали мне копить вот эту зеленую энергию для чего-то. Для чего-то. А, для создания кланов. Подожди, я не могу понять, почему тут только 3 звезды тут. А вот эти что за уровни? Уровень 2, уровень 3, уровень 4. Не пойму я. Почему здесь нет 3 звезд? Взломать? Давай, хочу взломать, конечно же. Хочу взломать и пройти на 3 звезды, друзья мои. Так, поехали. Вот так вот. Видишь, как все просто и легко. Безупречно, плюс 2. Ключика я получаю. А, так, ё-моё, я думаю, почему все одинаково. Ребят, ты же сам выбираешь себе уровень. А ну-ка, взломал. Так, где я нахожусь? Внизу. Так, здесь зелебоба это крутится. Переждем. Так, погнали. Спустимся. Летучая мышь там что, просто так летала? Или она за мной охотилась? Ах, зелебоба, ты меня... Вот так вот. Не догонишь.
А я в дамках. Все, друзья мои. Четенько. Я даже еще один уровень взял. Безупречно. Плюс 4 ключа. Что может быть лучше и вкуснее, и слаще? Да ничего. Только лишь следующий уровень, который я с удовольствием, наверное, тоже пройду. Лишь бы ключей мне хватило. На последнем. Ох, ё-моё, смотри-ка. Ничего себе тут. Тихо, подожди-ка, тут надо... Тут надо хорошенько подумать. Так, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мышка, отвали, не мешай мне. Так, секунду. Атя, красавчик, обманул мне этого краснозадого, который там бегал, юлил. Думает, меня поймает сейчас, ага, как бы не так. Нашел. Я ж король воров, ё-моё, ребят. Так, что там, смотри, собирай звезды, получай награды. Так, ну помню, да понятно, повелитель звезд. Че, можешь посмотреть видосик-то, ребят? И че, все звезды собраты, вот твои награды. Какую-то пробирку мне дали непонятную. Так, ну а мы с тобой двигаемся дальше. А дальше у нас уровень 6. Взламываем. Опа, со второй попыточки. Так, где? Ага, вот мой. Оу, хо-хо-хо-хо. Стопэ. Тут надо понять, откуда прыгать. Наверное, отсюда. Тихо. Так. Ати, какой, какой ты нехороший человек. Да ну, ты серьезно, что ли? Давай. Фу. Ничего себе, ребята, да, тут уже как-то... Тут уже... Так, ловушка «Красный страж» улучшен до уровня 2. Так, значит, я имею право еще что-нибудь улучшить. Пушку можно улучшить до уровня 3? Можно. За 6000 ты можешь себе это позволить. Все, я себе это позволил. Пошел я дальше, друзья мои. Не гонись за уровнем, как мне сказали. Рэй, не гонись за уровнем. Дальше будет сложнее. А как тут-то? Нифига тут надо, хоп. Ё-моё. Ать, дурилка. Картонова еще при этом же. Я теперь понял, как надо делать. Ну, не так, конечно же. Надо перепрыгивать вот сюда вот. А отсюда уже тихонько-тихонько надо будет... Блин. Опа. Вот так вот. Что хотел, то и получил, друзья. Нормуль. Ну что? Уровень 8 у нас с тобой. Так, что здесь? Меня ждет. Я появляюсь здесь, внизу. Ну, в принципе, нам только лишь красного охламона перепрыгнуть как-то надо будет умудриться. Мышка, отвлекаешь ты меня. Ай. Кто там такой недовольный рычит? Оп. Так, вот тут вот главное не сфейлиться. Ой, зачем прыжок-то надо было? Зачем я сделал прыжок, а? Вот дурилка деревянная. Ладно, не страшно, ребят. Сейчас переиграем, все будет четенько у нас. Просто и так, вот и все, и дело в том копейку. Ничего сложного. Так, кстати, там что-то по ключам у нас. Денежка, все как полагается. И вот он, 9 уровень. Так, что у нас здесь? Ну-ка, взламываем. Наверху. О-о-о. Тут действительно, друзья мои, проблема. Так, как же быть? Когда перепрыгивать? Сейчас? Блин, нет, надо. Надо раньше. Так, подожди, как же. Да ядрёный вож. А если в обратную сторону вообще пойти? Так, предположим. Фух, с замиранием дыхания я, ребят, все-таки пробежал. Немножко пужанулся. Собрать все. Что там собрать-то? Ага. Окей.
Ритуал завершен. Кстати, у нас с тобой закончится сейчас. Как ее назвать-то? Попытка. Нам нужно будет искать новые подземелья, да ведь так получается? Нажмите, чтобы переехать. Так, простой набор, набор мастера какой-то, набор мастера. Так, выберите простой набор или набор мастера, чтобы получить предустановленное подземелье. Выберите случайные ловушки, чтобы получить случайный набор ловушек. Ну, набор мастера, например. Вы уверены, что хотите купить этот набор ловушек? Ну да, почему бы и нет? Теперь ты достаточно силен, чтобы участвовать в турнире. Теперь ты Ну, сюда что ли нажимать надо? А воры со всего мира собираются, чтобы сразиться за особые награды. Победа в соревновании – хороший способ получить дополнительную награду. Так что противников здесь хватает. Возвращайся в пятницу, чтобы поучаствовать в следующем турнире. Так, следующий турнир начнется в пятницу в 5 часов. Так, не упусти свой шанс выиграть дополнительную награду. Окей, надеюсь, прибуду. Я нашла сокровищницу прямо под твоим подземельем. Твой трон и машина, стильный вор уже там. Спускайся скорее. Да? Серьезно, что ли? Все уникальные камни из твоего хранилища теперь находятся в коллекции. Да ладно, серьезно, что ли? Заверши новый ритуал, и я расскажу, как использовать сокровищницу и получить за это магические артефакты. Так, подожди, а какой я должен этот сделать? Ох, ничего себе, тут шмоток каких только не будет. А как открыть, например? Можно выиграть в... аппарат-то, где у меня аппарат? Отважное сердце. 15 тысяч, блин, мне не хватает немножко. Отважное сердце, это мой трон. А вот здесь вот что, требуется... А, вот, отважное сердце нужно прокачивать. Погоди, я хочу в аппарат сыграть. Где у нас аппарат? Или у меня жетонов нету? Так, скрыть. Здесь ты можешь найти свою коллекцию. Все уникальные камни теперь находятся здесь. Здесь ты найдешь все уникальные камни. Также если сохранишь большие камни, они тоже будут учтены в коллекции. Кстати, если ты сохранишь камень с рейтингом 1 миллион и больше, ты получишь дополнительный артефакт. Ага, камень 1 миллион и больше. Ух, тут еще какие-то уникальные вещи. Ёлки-палки. Подожди, меня интересует, где этот? По шмоткам-то. Вот, по-моему, да? Ага, у меня есть вот оно что, ребят. Вот мы с тобой можем загрузить. Три штучки, например. Дернуть. И нам... У вас, похоже, уже есть такой костюм. Лопухнулся, да, получается я? По полной программе. Вот теперь я понимаю... А, минимум три нужно, да, чтобы крутануть. Все, я понял. Ясно. Ну что же, будем с тобой искать новые шмотки. Нужно прокачивать нам трон. Ага, все, я начинаю, кажется, допетривать, ребята, в эту игру. Как мы сказали, Рэй, тебе еще очень много нужно чего здесь понять. Я и пытаюсь, ребята, если что, подсказывайте мне. Так, ну что, у нас тут... Почему это только на две звездочки-то, я не понял. Почему? Ладно, пойдем на 10-й левел. Так, взломаем. У нас... Ой! А все, друзья мои, кончились ключики у меня, к сожалению. Да, печаль какая-то. Ну что, друзья мои, тогда давайте, наверное, будем закругляться с вами, да? На этой ноте. Обязательно продолжим играть, но уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.